То, что похоже на горы мусора, на самом деле личные вещи человека. Видео сделано в частном секторе на Чапаево. И по словам местных жителей, весь этот хлам несет домой со свалки их сосед. Он тут живет, сейчас он нас испугался и убежал. Вот. Но он складирует мусор. Тут еще жильцы, которые ничего не могут сделать, а он вот складирует мусор. Сейчас тоже увидел нас, убежал с пакетиком. А это уже другой двор, но местным пейзажем люди тоже недовольны. Автор видео переживает за медработников, которым приходится выезжать на такие адреса. У нас врачи бывают, посещают больных в таких местах, где помимо маски еще надо бы какое-нибудь средство физической защиты. Это кадры из заводского района. Водители и пешеходы стали свидетелями сноса аварийного здания, но испугались, что сами могли оказаться под обломками. На коньках по первому льду. Так подписал это видеоавтор и поделился тренировкой на замерзшем водоеме. А там, где вода не замерзла, можно еще и поплавать. Саратовским моржам холод нипочем, особенно после интенсивной разминки. Занимайтесь спортом, закаляйте свой организм, будьте здоровы!